Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. И сразу же начнем с арены. Поехали. Так, мы с вами находимся в Лиге Сёгунов. Ранг у нас 81. Не знаю, попробуем добраться сегодня до мастеров. Так, и выбираем противника. И это будет у нас Рокси. Начнем с нее. Так, берем Лео. У нас с тобой 4 отката всего лишь. Так, Донни, подожди. А кого будем отыгрывать, а? Полтинники? Наверное, полтинники начнем. Раз, два, три, четыре. Хотя здесь Донателло есть 61 уровня, но я думаю, что Леонардо с ним справится. Но мы знаем, что Донателло не так прост, и он обычно выживает. Самый, как говорится, самый последний из всех падает. Ну, проверим. Опачки. Так, секунду. Что будем делать? Давай, наверное, Рокстеди попробуем бомбануть. Да ладно, ты что, серьезно, что ли? А если так? Он вышел, прикинь. Так, нормуль. Донателло что делает? Бомбу бейсбольную. Так, сейчас еще и Донателло. Тихо, тихо, Эйприл. Не падай, я тебя прошу. Держись. Так, минус Донни. Ну и минус еще один Донателло. Ну что, ребята, слава богу, у нас тут получилось, никто не упал. А Кунаичи могла бы рухнуть. У нее очень мало было здоровья. Я вообще удивлен, как она выстояла. И мы с тобой перемещаемся на 56 место. Так, а мы продолжаем. Кубки у всех одинаковые, значит, берем с тобой. Может, Димку нам взять? Или же, вот, наверное, все-таки Александроса. Ну, грубо говоря, это Сашка, да? Санек, берем обратно Леонардо. Да что ж ты будешь делать? Раз, два, три, четыре. Ну, в принципе, шанс есть завалить их всех. Правда, что-то наш Леонардо уже 61 уровня не валится. С одной вертушки. Давай-ка проверим еще разок его на прочность. Ну, тут уже получше. Так, тихо, тихо, не надо, Эйприл. Обижать мне. Так, интересно, Микеланджело сможет сразу завалить Ваньку? Да. И нам, грубо говоря, повезло в этом плане. Фух. Потому что то Кунаичи, то обычно Эйприл, да, у нас какие-то они ватные. И почему-то они начинают именно с них. Ну-ка посмотрим. 56-я позиция была и становится 37-я. То есть мы с тобой перепрыгиваем, грубо говоря, 15 ступенек. Значит, еще где-то боя 2 нужно сделать, и все будет хорошо. Но здесь фаворит у нас Энтони. 67-й уровень, да, здесь у него максимальный. 67-й, поэтому мы не будем здесь сильно рисковать. Возьмем Тимати, возьмем Паукуса. Пускай будет здесь Сплинтер и Хан. Ну, давай, наверное, нет, Хана не будем брать, потому что, мне кажется, кто-нибудь из них все-таки сходит первым. Причем здесь у них Рафаэль есть, который хиляет. Возьмем Ваньку Стиранка с его массовой атакой, да, пулеметная дробь. Ну что, голубчики, давай проверим, насколько вы здесь сильны. Упс, минус двоечка, и Паукус, наверное, всех добьет. В плане, эй, тихо! Сплинтер, тебе повезло крупно. Так, ну хорош, ну Бибоп, успокойся. Давай, наверное, вот так вот его с разбега. Отлично. Я уж был немножко стал переживать, что они сейчас начнут бить Тимати, да. А он у нас, по-моему, самый слабый был. Но, тем не менее, мы с тобой выбились и попадаем на 15-ю, да, 15-ю. 23-ю позицию. Всего 2 отката остается у нас. И здесь фаворит Никола. Но тут уже 68 уровень присутствует, так что будем брать с тобой Армагона. Да что ты будешь делать? Змейка Вьюна возьму. Так, змею Карай. И, наверное, я возьму сюда нашего тигриного когтя. Погнали. Ну что же, Леонардо начинает первым. Потом, по идее, должен, наверное, Армагон сходить. Так, ну что ты будешь делать? А на кого ты нападаешь? Ага, на змею Карай. Блин, массовая атака. Ну все, Армагон,
Давай, добивай их. Хватит на них любоваться уже. Шикарно. Ну что, пройдем с тобой ареночку, и сегодня у нас будет испытание, да, космические странности, где мы будем зарабатывать черепашек из космоса. Я имею в виду ДНК. Ну что же, 10-я позиция, то есть еще один бой мы с тобой проводим и переходим в мастера. Кто у нас тут фаворит? Да они все абсолютно одинаковые, поэтому берем самого слабого, и это у нас Александрос опять же. Я вот думаю, может быть, нам не брать пока Леонардо, а возьмем с тобой просто Усаги, Зека, Рахзара, ну и вот этих вот двоих. Я думаю, что этого вполне достаточно, чтобы здесь разобраться с ними. Зек бросит бомбочку. Так, нам здесь мешает морозильная кошка. Хотя, в принципе, какая разница, Усаги сейчас должен всех уделать. А если кого не добьет, то постепенный урон, в принципе, нам поможет. Всех завалил. Красава, что скажешь. И мы с тобой попадаем в Лигу Мастеров. А ну-ка. В плане. Да ну, вы что, издеваетесь, что ли? Я уже думал, что мы попадем. А мы всего 9 ступенек перепрыгнули. Ну это заговор, против меня уже идет какой-то. Ну тогда давай возьмем с тобой, к примеру, Аню. Я думаю, Анютка будет не против, да, если мы с ней немножко подеремся. Так, нейтрализатора возьму. А здесь у нас 65 уровень максимальный, тем более Леонардо. Как там тут сделать-то лучше, а? На всякий случай возьму муху. Я знаю, что это опасно, но будем надеяться, что железноголовый и нейтрализатор меня здесь не подведут. Так, делаем уклонение, это в первую очередь. Так, и сейчас пойдет разборочка. По кому сейчас звезданет? По Донни, да? Да что ты будешь делать-то, а? Слушай, это опасно. Блин. Так, сюрики применить или защиту? Нет, сюрикены, скорее всего, нам нужно с тобой задействовать. И добивать, да, наверное? Слушай, а если мы не пробьем? Да не, должны пробить. Ну-ка. Так, теперь, наверное, лучше нам хильнуться. Хотя Рафаэль... Да ладно, хиляемся. Я надеюсь, Рафаэль не будет бомбить по... А, он делает баф. Тогда нам повезло. Тогда мы их сейчас разберем. Нейтрализатор стреляет и... Да что ж ты будешь делать, а? Ну, а так... Фух, повезло. Бедная муха была практически, ребят, на волосок от смерти. Но выжила. И мы успели еще хильнуться, ко всему прочему. Ну теперь-то уж в мастерах. Так, и место у нас 86-е. У нас с тобой еще один откат остался. Ну, скажем так, у нас последний бой с вами на сегодня именно на лиге. И возьмем мы... А давай, наверное... Нет, Марину не хочу. Вот этого возьмем, No Name. Откат на Леонардо тратим с тобой. И берем вот этих двух слабых персонажей. Большой, очень большой риск. Короче, сейчас Леонардо делает вертушку. Не знаю, доживем ли мы до удара от Бакстера Стокмана. Если доживем, то они упадут. А если нет, то будет печалька большая причем. Так, Рафаэль берет провокацию. Ну, ну, естественно, хиляется Рафаэль. Это не секрет, ни для кого. Так, выпускаем с тобой волну. Так, Сплинтер упал. Рафаэль сейчас тоже упадет. И остается Рафаэль классика. Ну давай попробуем так бомбануть. Но его, по идее, постепенно урон все равно должен наказать. Так что мы уже просто здесь. Оу, даже Леонардо. Лео оказался быстрее. Ну что же, заканчиваем на сегодня мы с лигой. Я сейчас посмотрю, на какое место мы приземлимся. Завтра приду с работы и продолжу играть. Укреплять, так сказать, свои позиции. 71 место. Да, не очень хорошее, конечно. Лучше 50-е иметь, чтобы, ну, была гарантия того, что мы опять не улетим с тобой в Лигу Сёгунов. Ну что же, а мы отправляемся куда? На испытание. Космические странности нас ждут, и нам нужно дотянуть с вами до 4-го эпизода и дальше по накатанной. Но здесь все будет изи, потому что нам дают с тобой имбовую команду. Всех самых лучших, которые только можно
получить. И, соответственно, мы с тобой здесь просто будем всех рвать. Ну что же, давай быстренько с тобой пробежимся. А зачем я так делаю? Можно же на автобое, да? А, хотя ладно, будем применять с тобой массовые атаки. А у нас массовые атаки только лишь у кого? У Бакстера Стокмана, да? И у Усаги. Но пока Усаги сделает анимацию этого массового удара, наши бойцы бы уже давно по одному удару сделали. Так, давай, Лео, сделай вертушку. Все. Отлично. Ну что, переходим с тобой на следующий бой. Это будет у нас второй эпизод, а нам нужно до последнего дойти. Хотя последний можно не бомбить, там все равно у нас дается Армагон, а он мне и не нужен. Если только ради ДНК, которое потом можно разбомбить и получить сюрики. Сюрики, сам прекрасно знаешь, это местная, так сказать, валюта. Да, кстати, нам нужно будет зайти в магазин, посмотреть, может быть, там кто-то предлагается за сюрики. 5 ДНК, знаешь ли, лишними никогда не будут. Ну что, грибочки, нате вам. Отлично, двигаемся дальше. Это последняя волна. Ну давай бомбанем так. Ну и сделаем массовую атаку от Усаги. И они, в принципе, все отдуплятся. Тырич. Неплохо, совсем неплохо. Двигаемся с тобой на третий эпизод. Так, а мы сейчас кого зарабатываем ДНК? На Бакстера Стокмана, да? Точно. Тут нейтрализатор, который тоже мне не нужен. Но тут уже будут присутствовать черепашки Космос. Ладно, давай. Кстати, ты заметил, что у меня Рафаэль уже 88 уровень имеет? Да-да, я его немножко прокачал. Теперь... Да что ты будешь делать-то, ё-моё, а? Давай вот так вот, чтобы долго здесь не ждать. Переходим с тобой на последнюю третью волну. И здесь... Да ё-моё, лучше бы Леонардо сделал свою вертушку, и они бы все упали. Давай, Усаги, зажги огни в этом безоблачном небе. Шикарно. Так летят, интересно. Ну что, мы прошли с вами. И теперь переходим к четвертому эпизоду, с которого уже будут начинаться те самые персонажи, которые мне нужны. А именно черепашки из космоса. Поехали. Тьфу ты, хотел уже набор делать. Вот она, старая привычка. Тут уже 4 волны. Грибочки, как же я вас терпеть не могу, а? Всеми фибрами души. Так, ну что, с ними разобрались. Двигаемся с тобой на вторую волну. И кто у нас тут? О, стрелозады. Стрелозады — это вата, друзья мои. Мы их разбираем всех с полтычка. Ну, тем более они 40 уровня здесь. Самое интересное, что где мы с тобой находимся? Что это вообще за локация такая? Ты заметил, да? Какие-то кристаллы, какие-то грибы непонятные там. Если посмотреть, ну, скажем так, на горизонт, какие-то планеты в виде шипов. Непонятно. Мне кажется, это какое-то другое измерение, наверное, да? И это, скорее всего, лаборатория Крэнга. Так, ну что? А, у нас же здесь боссы, конечно же, эти дурацкие големы. Ладно, ребята, сейчас мы их быстренько бомбанем. Ну, хватит, хватит там уже бороться на руках. Ну-ка, волны будет достаточно? Нет, не будет. Так, минус один голем. И минус второй. Ну что же, тут довольно все легко и просто было. И мы с тобой зарабатываем первое наше ДНК из серии «Черепашки-ниндзя из космоса», да? А ну-ка. Отлично, это у нас Рафаэль. Дальше идет Леонардо, потом Майки и в конце уже Донателло. Погнали. Опять 4 волны. Эй, такие фрукты меня убивают они, ребята, да? Смотрите. Какие-то грибы, только усовершенствованные, плюс на каких-то подставках летающих. И очень много всяких механических лап. Ну, это, видимо, разработки крэнгов очередные. У них потому что есть разработки, а есть чистые киборги, да? Например, как вот эти вот стрелозады. Но все равно же они не обходятся без вот этих мелких крэнгов. То есть ими надо управлять.
Так, отлично, переходим с тобой на третью волну. Грибы. Ну что ты будешь делать, а? Вот везде их суют здесь. Ну-ка, волной давай-ка. Хопа, нормуль. И переходим на последний этапчик. Здесь у нас... Ага. Здесь у нас даже Армагоша стоит. А ну-ка, давай-ка его, Усаги, накажи. Воу. Армагон даже выжил, и еще и Донателло. Ну, Донателло-то понятно, он всегда какой-то сильнее всех, именно в плане защиты. Так, мы с тобой получаем второй ДНК на черепашку из космоса. Это Леонардо, и мы двигаемся за Микеланджело, да? Угу, поехали. 65-й уровень противников, то есть уже практически на пределе. У нас здесь 85-й, это то есть будет на последнем эпизоде. Ну-ка. Какие эти крысы противные, да? Посмотри на их лица. Точнее, морды. Ужасно выглядят. Так, переходим на вторую. Здесь у нас киборги и мутант-белки. Ну, вот эти вот мутант-белки, честно говоря, похожи больше на этих. На чужих. Даже вот форма черепа, да, как у чужого. А здесь, о, ватные ребята. Давай-ка их с вертушечки всех накажем. И бежим с тобой на последнюю волну, где у нас... Ага, опять Армагон. Ну, ладно, давай потихоньку разбирать. Тут ничего страшного опять же не будет. Выпустим с тобой маузеров. Ага, не добили маленько. Ладно, сделаем так, в рукопашку. Минус майки. Армагон что будет делать? Ага, выпускает ракеты. Ну, ты сам видишь, что это бесполезно. Никакого урона практически мы не получили, а Армагошу мы с тобой вырубили. И мы продолжаем. Так, у нас еще два эпизода впереди. Да, я думаю, мы их все пройдем. Микеланджело Космос у нас в кармане. Остается Донателло. И последний там будет у нас, конечно же, Армагон. Вон, смотри, видишь, там какие-то, я не пойму, какие-то обломки, осколки, и он... Планета какая-то вся в шипах. Или, я не знаю, или это какие-то метеориты такие крутятся там. В общем, интересно довольно такая локация. Окей. Сюда бы впору Крэнга, да, поставить. А Крэнг у нас находится непонятно вообще где. Что там за локов. Какой-то канализации он там прячется. Так, ну-ка. Не ушатали. А так если... А, ну тут уже 70 уровень. Думаю, что за дела? 70 уровень, а последний будет, значит, 85-й. Опасно. Так, мы, наверное, не будем с собой тут тратить вертушку. Попробуем их так забомбить. Так, давай еще удар. Так, Майки, ты опять начинаешь хандрить, а? Давай ударь, добей его. Красавчик. Выпускаем ракету. И добиваем, да? У тебя два удара, поэтому крышка ему. Ну что же, третья волна, тут, кстати, уже 5. Не буду я тратить. Стрелозады, мы прекрасно знаем, что они ватные. Их можно и в рукопашку разбомбить. Причем на изи. Давай вот так вот. Молодцы. Усаги, убивая этого. И Леонардо добивает этого. Все, друзья мои, предпоследняя волна. Тут будем применять сейчас свои суперудары. Так, первая волна пошла. Ага, они выжили. Так, что будем делать? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что ты, Майки, успокойся. Полетел. И ничего толком-то у тебя не вышло. Кстати, подожди-ка, на последней волне у нас что? Будут опять два голема брата? Наверное, так. Слушай, дай-ка я поставлю первую скорость. Я хочу просто послушать, если эти два брата выйдут, что они там будут бормотать. На первой скорости бежим, как эти. Как будто немножко замороженные. Но. И все, даже ничего не скажут. Я-то думал, они там что-нибудь, может, пробубнят.
Но ничего такого не было. Ладно, ребят, ладно, шутки в стороны. О, вот, смотри, что он делает. Нам надо с тобой обязательно хиляться. Обязательно. Так, выпускаем с тобой маузеров. Отлично. А, так, Усаги, что бы нам сделать? Наверное, попробуем все-таки. Нет, баф сделаю. Нам защита здесь не помешает. Так, теперь, наверное, вертушку. Есть, обоих наказал. Слушай, а вот последние големы будут очень сложные. Потому что 85 уровня. И они там могут стопудово кого-нибудь из наших подбомбить. Ну, естественно, я буду сопротивляться. Дантелло Космос у нас в кармане. И мы переходим с тобой на последний 8-й эпизод. И поехали туда. Два брата голема 85 уровня. Серьезная на самом деле заявка. Так, что-то тут слишком много крыс. Офигеть, у них инициатива еще большая. Я не буду применять здесь пока уклонение. Да ё-моё. Слушай, у них двойная атака у всех. Так, нам надо что-то с тобой сейчас сделать очень быстро. Наверное, сделаем с тобой баф. На контратаку, на защиту, да? Отлично. Так, теперь я, наверное, хильнусь. Окей. И поставить можно провокацию. Хотя, зачем она нам нужна? Давай-ка выпустим с тобой маузеров. Ну, нормуль, нормуль. Так, Майки, контратака. А здесь добиваем. Так, вторая волна из пяти. Угу, здесь мутант белки. Так, двойная атака. Уничтожили. А здесь удар должен вынести. Опа, нет, не получилось. Рафаэль, у нас у всех, что ли, двойная атака стоит? Ну да. Все бьют по два раза, и это хорошо. Бамс. Так, да выделывалось. И здесь добиваем. Переходим с тобой на третью волну. Ага, этих шитиков лучше сразу бомбануть, чтобы не ждать долго. Переходим с тобой на четвертую, предпоследнюю волну. И здесь у нас все черепашки космос. Так, наверное... Нет, уклонение нам пригодится чуть ближе к концу этого боя. Потому что нам нужно будет подготавливаться, как говорится, ко встрече с двумя големами. Каменный там еще какой-то. Ага, минус один. Постепенный урон висит. Блин, Усаги. На тебя повесили ослабление меткости. Так, Армагон выделывается. Рафаэль бомбит своим супер мечом. По-моему, он даже не попал. Так, ну этот отдуплится. Понятно. Все, ребята, вот теперь, наверное, будем с тобой делать уворот. Чтобы нам прийти к големам, и уже у нас было с тобой уклонение стояло, да? Ну что, добиваем Ромагошу. И остается лишь Рафаэль. Так, сейчас. Да чтоб тебе, что он там делает? Нифига. Чё? Хорош парень. Кстати, я в первый раз видел вот этот вот выстрел у Рафаэля. Такой крутой пострелял, да, и пушку такую еще откинул. Ну вот, теперь, друзья мои, опасность. У нас с тобой нет хилов, у нас с тобой нету массовых атак. А вот этих ребят желательно бы, конечно, массовыми атаками бомбить. Как можно быстрее наносить урон, потому что сейчас они начнут один электричеством бомбить, другой раскаленной магмой. Поехали. Опа. Слушай, ну ништяк. Давай его, наверное, добьем. И остается этот ханорик. Сейчас бомбанет. Оу, смотри, как жестко он сделал. Я тебе говорил, что хила у нас нету, поэтому сейчас надо пытаться, ребята, его как можно быстрее наказать. Заблокировать получится? Да, получилось. Так, вот я думаю, что теперь лучше хильнуться. Или бомбить. Наверное, все-таки лучше бомбить его. Нет! Фу, повезло. А если бы он по Рафу ударил бы?
Я думаю, Рафаэль бы упал бы. У него там было очень мало здоровья. Ну что же, друзья мои, мы прошли с вами это испытание полностью на 3 звездочки от начала и до конца. Получаем свое ДНК на Армагона. И можно смело сказать, что это испытание мы прошли. Но мы можем с тобой еще пофармить капельку. Вот здесь вот нежелательно бы, да? А вот тут вот было бы самое то. Потому что здесь нам выпадут все черепашки из космоса. Попробуем, наверное. Ну, пару попыточек сделаем. Ноутбук Донни, понятно. 40 жетонов. Ну вот, Леонардо Космос нам выпал. Все, ребята, сыр у нас закончился. Так, ранг 74, Лига Сёгунов. Достижение получил какое-то. Не так уж и безопасно. Победите шары безопасности 500 штук. А что это за шары безопасности? Я таких не помню. Ладно, ребята, забираем с вами 2 ДНК на Шреддера. Тут нам чего не хватает. Победите крэнк-пилотов. Тут победите битроидов. Что за название? Битроиды. Победите футботов. Я уже сколько играю, да, сколько бомблю, и вот никак не могу их все эти испытания, ну, сделать. Все эти достижения, да? Я хотел зайти в магазин, кое-что глянуть. Ну, как видишь, нам здесь ничего не нужно. По жетонам нам пока тоже ничего не видать. Будем с тобой, наверное, копить уже на Леонардо. Так, а здесь, ну, здесь то же самое. Блин, 2 ДНК нам не хватает с тобой на Рафаэля, а? И мы его смогли бы прапать. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что, всем до скорого и удачи!